успела все доминировать сейчас. Доминирую. Секундочку. Так, здесь есть винды уже стоит. Игра Ice Wind. Винда. Ice Wind Dale 2. И Ice Wind Dale 2. А, нет, так. Кш-кш-кш-кш. Во, King's Bounty, 41-я игра. Сывушка. А, заново или продолжаем? Продолжаем. Чё заново-то проходить? Если заново проходить будем, сейчас опять на час залипнем в создание персонажей. Так, Свиндел. Здравствуйте, Андед. Это можно убрать. Так, выводим чат, ставим картинку. Потому что почему бы и нет. Проверяем, все ли изменилось. РПГ. Да. Все, поехали. Скрестим пальцы на удачу. Так, и в прошлый раз мы остановились на том, что нас отправил мэр долины Ледяного Ветра, ну не долина, а одного из городов, долина Ледяного Ветра, отправил нас на защиту своего города, мы его защитили, попытались отбить мост, у нас не вышло, мы вернулись с докладом о том, что мы провалились, но как бы не провалились, но не совсем. В это время разведчики смогли обнаружить, откуда шло, в общем-то, нападение всех орков и гоблинов. Оказалось, что, в принципе, крепость здесь недалеко. Мы пошли туда, встретили там одного из рейнджеров. Выяснилось, что их заметили, ну, как бы их орки заметили, напали на них. Ее, то есть одна рейнджерша осталась. Ее напарник остался прикрывать тыл и был захвачен, возможно, убит, она не знает, просит нас освободить его, если есть возможность. Вот, в общем-то, и все. Мы пришли сюда, все начало жутко лагать. Я пытаюсь понять, в чем лаги, убил всех. Да, но лаги нашли меня, в общем-то, и все. Персонажи созданы по никам. Зрителей, кто хотел. Баламут, вот, Ламинеги. Я где-то есть. Клавдия. Страшная, сильная женщина. Или не даже так, страшно сильная женщина. Ничего не лагает. Все крутится. Поехали. Так, здесь как-то надо хитро пройти, я помню. Очень хитро. На каждой стороне этого деревянного свода мягким светом сияет охранная руна. Okay. Давай! Прошли, блин, называется. Хорошо начал, только то. Прям такие идеальные. Ну, кастуй, что ли, я не знаю. Пачио, Пэри. Господи.
Ненавижу ловушки. Просто ненавижу. И самое, что интересно, наши разбойники их совершенно не видят. Так он их не видит, в этом беда. Поиск. Пошел поиск. Поиск окончен. Ничего не найдено. Здравствуйте, а... 1983. Воровство. Знак дикой природы. То есть он не видит. Ты там кого-то не убил, у него камень охранный. Возможно. Это примитивный рисунок напоминает рунный камень. И он похож с небольшими отклонениями на изображение рунного камня на противоположной стороне прохода. О. Ок, всегда не нравился этот движок Балдура. Ну, движок Инфинити, как бы. Сейвушка. А где сейвушка-то? В 6? В 7? Альтку? Да. Okay. Давай, 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 давай! Ага. Ну, почти. Сейчас нужно меня на шаг ближе пододвинуть, и можно будет протиснуться. Хорошее начало. Поразить зло, лечение болезни, изгнание нежити, все фигня. То есть как бы мне так поближе булки двинуть. То есть тебе... А, вот так. Нет! Или да? Птицка силой, господи, как я это ненавижу. Я ведь помню, я здесь пролазил как-то. То есть женщина заглядывает, ты вверх поднимаешься. Женщина делает шаг вперед, тоже вверх поднимается. Ты... Сывушка. Делаешь шаг вперед. Гребаешь. Поднимаешься наверх. Yes. Done. Так, мы здесь поспать сможем, нет? Опция. Запись. Так, это пауза. А, вот сон. Да, отлично. Это бы с ловушкой поспать, так нормально. Фу. Ага, вы не можете сохраниться во время боя. Так, во-первых, буква... А, да, треугольник, все правильно. Что-то какой-то большой треугольник. Как-то поменьше он был. Так, ты сюда, ты. Здравствуй, Дизи Стайл. Убил Вала, да, убил. Первого трая даже. Так, надо вспомнить, что. Молебен. Да, поехали, молебен. А кем? Но я его не без потерь убил, я его той же самой армии убил. Делаем здесь призыв.
Так, ты куда-то... Ну, ты не знаю, делай, что хочешь. Ты призыв делай, а ты у нас... Фаербольчик. Сюда. Женщина... Ну, женщина стой, не знаю. Так, один есть. Так, удар сюда. Так, отлично. Баф, дебаф наложим. Раунд не закончен. Так, удар. Удар сюда ведем. Ты вообще где-то стоит, смотрит, блин. Бей давай его. Ты отходи. Так, ему заклинание сбить надо. Чтоб не колдовал там, блин, колдун хрен. Не колдуем. Благо он там на себя какие-то только бафы навешивает. А, он лечится, господи, чё я боюсь. Так, иди-ка сюда. Фаербол своих лучше не стоит. Так, а, хил уже идет, да, сюда? Пи-п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 и! Господи, женщина, заглатывай давай. Господи, как же впились-то в нее. Фу, кредец какой-то. Опа, ух ты. Ёлки-палки. Да куда ты идешь-то, господи, бей сюда. Сбили. Не-не-не, идите в пень. Куда? Империя. Как обычно, у нашего лучника нет ни одной стрелы. Ну, как обычно. А, по скрывам все сразу непонятно, что за игра вообще. Игра сделана на движке Infinity Engine. На той же движке, что и... Это что такое? На том же самом движке, что и... Знаменитый Baldur's Gate и... Вроде как Planescape на нем сделан, но что-то, по-моему, он там на измененной точке сделан. Мы выступаем в роли наемников, которые... Ну, игра сделана по третьей редакции AD&D, уже по третьей. Но она как бы не совсем полная, но тем не менее. Клавдию посаживают. Мы выступаем в роли наемников, которые приплыли в один из 10 городов, расположенным на далеком севере, где живут очень либо сывушка, либо очень отчаянные, либо очень суровые люди. Основной экспорт этих, ну, этой местности — это рыба. Но не простая рыба, а твердокаменноголовая рыба, из которой их мастера по кости вырезают дивные. Разнообразные дивные фигурки, которые очень неплохо продаются в соседнем городе Лускане. Лускан? Да, Лускан, если не ошибаюсь. Но часто на долину Ледяного Ветра нападают разнообразные
злые, ну, злые создания, орки, гоблины, бигбиры. Иногда они воюют между... идет война между жителями 10 городов и тундровыми кочевниками, ну или, проще говоря, тундровыми дикарями. Ну вот, мы играем как раз за гильдию, ну не гильдию, а за группу наемников, которые приплыли из Лускана, потому что был брошен клич, что, мол, требуются умелые воины и маги в долину Ледяного Ветра на, в общем, на службу. Мы сюда приплыли, и сразу началась вакханалия. На город уже нападали гоблины, мы отбили их. Потом поступили на службу. Сюда. И вот теперь нашими руками как бы долина Ледяного Ветра защищается от всего. На данный момент мы зачищаем армию. Армию гоблинов, которая как раз нападает. Нападает на вот город, который нас нанял защищаться. Да что ж ты стоишь, ты женщина, господи, что ты такая глупая-то? А ты парализована. Господи, вы убьете его или нет? Это фантастика. А, это крепкий ледяной тролль. Ой, извините меня, именно, видимо, поэтому вы так долго его убьете. Ну что, черт подери, этот мужик очень крепкий. В данный момент наша партия состоит из паладина, который под моим контролем. Приста, которого теперь фокусят, и он под всех бегает. А друида, который фигней страдает. И ничего не делает почему-то. Разбойника, который там спину пытается насадить, и у него ничего не получается. И мага, который заклинания накидывает. Заклинание приказ — это, конечно, жесть. Ой-ой-ой. Да ты что ли кинул? Ой, деби, господи. Да, друг мой. Дебилушка ты. Какая-то куча мала, не бой. Но меня сконтролили, так что я сделаю. То есть беда из Виндела по сравнению с остальными, остальными играми в том, что здесь очень умные противники. Очень умные. И очень тупые компаньоны. То есть буквально все протыкивать надо, а здесь, вон, видите, все идет и идет толпа. Толпа все идет и идет. Тихо, лейвел прокачаем. Так, паладин 6-го. Концентрация. Их просто так... Ну да, и как бы... очень много. Так, полуторный меч берем. Так, называемый бастардный. Так, 6-й круг клирика. Концентрация, это важно. Дальше. Учтиво, магократия — это дипломатия и колдовство. Нафиг надо. Упрямец. Броском запугивания нет, спасибо. Бич еретиков — это что такое?
Ваш персонаж особенно следует вторжение с последователями других религий. Молодец. Удачи, герои. Вы получаете бонус к присоединению к удаче ко всем спецброскам. Ну, кстати, очень мило. Можно цепы, например, улучшить. Ну, тут что еще есть? Точный выстрел, мощная атака, торговое прошлое. Все, 5%. Фехтование нет. Бой с оружием в обеих руках. Угу. Приступа. Вообще необходимая вещь. Черт подери. Давайте цепи возьмем. Сейчас клеим, может, заклинания нового круга появились. Так, здесь ничего. Здесь одно, да? Помощь нафиг не нужна, молебен есть. Лечение средних ран возьмем. А здесь возьмем. Сила единого. Ой, давайте молитву возьмем. Молитва классная. Здесь ничего, здесь у нас ничего. Так, а в домене у нас тоже, да, ничего. А, не, в домене есть. Так, огнеметал Аганазара возьмем. И все, да? Уж никого нет, ничего. Союшка. Почему ледяной клинок зеленый? Ну, так нарисовано. Поднимающийся пар идет из этой ржавой железной решетки. За дне видно три толстых стальных прута, что закрывает ее изнутри. Возможно, доступа в крепость через эту решетку маловероятно. Как я понял, ранчер погодевали в основном чисто по механике настолок ДНД. Ну, хороший РПГ, да, все сделаны по механике ДНД. Именно хорошее. Хотя, в принципе, есть еще редакция The Dark Eye. Ну, вообще, да, как бы по настолке. То есть не обязательно какая-то именно определенная. Ну, не обязательно ДНД, но настолка была именно всегда. А еще по идее, что я его так его качу, должен свободный удар по нему проходить. В порядке. Чуваки, вы бить собираетесь, или это фантастика? Вот тут мне просто скажите, как бы. Или только ламинеги у нас одна попадают. Как же ведьмак. Не, ну старый же. Рости Бармалеус. Далеко уже пройдено, но вот с орками боремся. В первую. Ну это, короче, это первая глава еще. Средний урон. Только, смотрите, если заклинание не то. Я заклинаниями забью. Тут упертая сволочь, видите? А, ну наконец-то. Наконец-то он соизволил слезть с меня. Расщепили. Сывушка. Здравствуйте, Никий Навет. Fallout. Ну, Диабло я бы не назвал РПГ. Одного только задел. Вообще, да, в этой как бы части игры довольно мало. Ну, никак. Ну, по сравнению с остальными играми серии ДНД, поменьше разговоров и больше экшена. Диабло, да, Диабло скорее hack and slash какой-то, чем РПГ. А Fallout, кстати, вроде хотели первоначально сделать по редакции ДНД,
Но им отказали это. Визард Каласта им отказали, сказали, идите-ка вы нафиг. То ли потому, что там детей можно было убивать, то ли чего. То есть, в общем, какая-то такая у них разногласие было из-за того, что что-то можно было в игре делать. Да, по-моему, из-за того, что в игре можно было детей убивать. То есть они посчитали, что это не круто, и отказали им в доступе к ДНД. Сывушка. А не проще ли в походовом режиме играть, а не в реал-тайм? А здесь есть походовый режим? Серьезно? По-моему, походовый режим только в Neverwinter есть. Че я так хожу? Еще у нас лук какой-то есть. Нету здесь походового режима, вот видите. Полет Софии. Особо выстреливает в полтора раза дольше... А, дальше обычного лука. Это длинный лук, легендарное оружие, о котором рассказывают едва ли не в каждой таверне на берегу мечей. Согласно легенде, лук получил название в честь его ключевой роли в спасении Софии, прекрасной девушки, обещанной в жены сыну герцога Хью Скалолыса. Скалолыса? Ну, допустим. Естественно, безобразного и с дурным характером. София же надеялась стать женой лучника-герцога, удалого и златокудрого юноши, убившего самых ужасных окрестных чудовищ с единого выстрела. Как гласит легенда, один из придворных волшебников, преобразователь по специальности, жалился на девушку и превратил ее на один час в стрелу. Он договорился, чтобы этой стрелы выстрелили из замка в корабль, ждущий у берега, на котором София и должна была бежать на свободу. В этом месте история обрывается, и дальше все рассказывают по-разному. Кто-то говорит, что Софии не удалось благополучно бежать, что она превратилась обратно в девушку как раз посередине полета и упала в ледяной океан. Другие уверяют, что стрела воткнулась в борт судна, и когда София очнулась головой, застрявшей в корабельной обшивке, то тут же задохнулась. Третьи рассказывают, что София вообще так и не выпустили из лука, и она превратилась обратно в себя, находясь в колчане лучника, причем очнулась нагая, облаченная лишь тонкий кожаный поясок. Когда приводит эту версию, дальнейшая беседа обычно скатывается до пошлых намеков и обсуждения интимных подробностей. И другие легенды в этот вечер уже больше не рассказывают. Как бы там ни было, этот лук стреляет так далеко, как ни один другой из королевствах. А стрелы его бьют без промаха, в отличие от той самой стрелы из легенды. Здравствуйте, Васян. Здравствуйте, Айскример. Так уныло водить такую толпу, но Neverwinter больше нравится там. Еще интересно, шарги где-нибудь. Так вроде ж прикрыли все шарды. Надо хоть один твой стрим по какой-то старой RPG заставить, чтобы хоть как-то в них вникнуть. Сам пытался, не выходило. Слишком козелился Готика из Каримове. Но вот если пойдет на Neverwinter, Neverwinter считается чуть ли не... живым воплощением третьей редакции ДНД. А чё говорю, он является живым воплощением третьей редакции ДНД. Сиюшка. Ну или вот Айсвинд Дейл. Тоже третья редакция ДНД, но она несколько упрощенная. Чем ты это читаешь? Сегодня вечер прозван, чтобы больше в мир игры погрузиться. Так же интереснее. Или вам не интересно знать там, ну, всякое такое. Просто же интересно. В этой игре не так много текста. А всякие вот такие вот легенды разнообразные, довольно неплохие. Так, призыв. Это что такое? А, это кабан. Ага.
и стайка котов. Шикарный призыв. Я призвал на помощь кабана и стайку котов. Здрасте, Маздай. Если бы в Temple of the Elemental Evil довели до ума, она бы затмила НВН в плане воплощения ДНД правил. Не знаю, не играл в Temple of the Elemental Evil, я пытался его поставить, но он, во-первых, жутко лагает. И, во-вторых, все моды, которые оптимизируют эти лаги и убирают их, все на английском. То есть я, конечно, могу стрим на английском вести, но... Это... Те, кто смотрел Lord of Shulima, как-то не очень. Вообще, Temple of the Elemental Evil довольно... А, в кота бьет нормально. Довольно интересная боевка. То есть, если бы не те лаги, которые... Ну, не лаги, а скорее баги, которые в игре присутствуют в невероятных количествах, игра была бы очень интересной. Тем более, игра сделана, по-моему, по одному из самых популярных и самых первых... когда-либо написанных сценариев для ДНД. Растелами ноги, да, они вернулись. Что-то у меня в левом ухе зазвенело. Куда идешь-то, господи, женщина? Есть какой-нибудь стрелы? Нафигища. Так, тут у меня болты. А чё у меня за лук-то вообще? А, составной плюс один, да? Урон плюс три, бонус в атаке плюс два. Афера колдовать тяжелой броне в третьей редакции был или только в четвертой появился? Я дальше третьей редакции не смотрю. Вообще не смотрел. Не то, что не смотрел, не разбирался. Потому что после третьей редакции, ну, третьей с половиной. Там уже дикое казуаливание пошло. Вообще всего. То есть самая оптимальная редакция это третья с половиной. То есть там все оговорено, все очень круто. Дальше там упущение пошло. И перк колдовать тяжелой броне есть здесь. Если я не ошибаюсь. Тут он трехступенчатый. Зато кроме боевки темпля чего-либо мало. Это довольно однобокое видение ролевой игры. Рум плюс один. Бонус кадаки плюс два. Ну фигня на самом деле. К сожалению. Да ты куда это идешь? Иди сюда. Самое главное, алиджмент унизили в четвертой редакции. Ну, по сути, как бы... Для именно отыгрыша ролевки на... Настольной ролевке, это да, действительно, это очень плохо. А для игровой механики это, ну, не шибко как-то, ни жарко, ни холодно. Потому что алаймент практически не используется нигде. Ну, не то, что не используется, он ни на что не влияет. Ну, или почти ни на что. К очень большому моему сожалению. Сывушка. Дрыхнем. И пришло время собирать добычу. То есть, вот во всех вот этих играх очень серьезно... Ну как, не то что серьезно. Вообще, да, серьезно недоработаны некоторые элементы ролевки. То есть разговорные навыки здесь именно то, что главное. Разговорные навыки здесь практически вообще нигде не используются. Или, по крайней мере, используются, но не так круто. То есть в любой настолке должен быть в компании Барт, который как раз будет отвечать за убалтывание... Неписей, ну, квестгиверов и прочих
и прочее, прочее. Если этого вообще нет. Барт или Рога. Здравствуйте, Стэнсон. 85. Рога только к этому, к угрожанию сводит. А Барт именно для забалтывания нужен. А здесь Барт такой, получается, не до маг, не до воин, не до Рога. Такой, никто мужик, и звать его никак. То есть совершенно бесполезный член команды. Блеф и убеждение вроде классовые уроги. Не, блеф нет. Блеф у всех есть. Паладин вместо Барда для забалтывания. У Барда там именно... Там не в харизме беда. Тут по-разному. Харизма, например, у паладина зависит от того, что насколько он круто будет изгонять нежить. То есть в этом прикол. Например, у колдуна тоже харизма зависит. То есть основной стат харизма, не интеллект. Но при этом, как бы, в разговорных навыках, по настолке он не шибко силен. Но мы, например, на РП-серверах в утике делаем упор как раз на текст и диалоги. Они, как у нас называют, геройские отыгрыши авантюристов. Мы там играем обычные роли, лукодел, кузнец, шахтер, наемник, послушник в монастыре и прочее. Неплохо. Иди сюда. Угу. Это что такое? Харизма на издание нежити. Ну вот смотрите, то есть приходит священник с унылым лицом, так уныло говорит: «Изыди, нежить, уйди, во славу Латандра изгоняю тебя». Или приходит такой священник, такой накачанный, в доспехах, меч натертый, сияет, кричит: «Во имя Латандра, я изгоняю тебя, нежить, и крестом удакон». По башке лупанет. То есть в этом прикол харизмы. Ух ты. Не, ну разумеется, там есть такая фигня, как люди, которые занимаются сбором шмоток в ММОшке, чтобы нагибать, других не любят. Понятно. У тебя в Стиме такой же нек? Нет, в Стиме чей 3, но там в О-канале есть там, контакты вообще все мои. И стимовские контакты, и скайп, если захотите пообщаться после стрима более приватно. Ну давайте взламывать. То есть, например, вот тот же следопыт. Я изгоняю его по бросок у нежити, ага. На управляющих механизмах нет обычного замка. Их невозможно открыть. Двери крепости украшены большими неведомыми вам серебряными рунами. И номер мобильника. Номер мобильника, кстати, тоже указан, но он там в кошельке указан. Ага. И какого Петровича сюда, как бы? Ну ладно, Саюшка. Ну я здесь был, как бы. Мед пиво пил. Гоблинов резал. Тут должен быть хоть помещение, но вот хоть помещение. Чей 3 нет такого пользователя в Стиме.
Вот не знаю, в этом прикол какой-то есть. То есть я как бы есть, а меня как бы нет. Так, оперативно можно? Свиндел? Да, можно. Вроде бы. Не, вроде можно. Там через хамачи надо фигней страдать. Ну, тут действительно какая-то... Ёлки-палки. Какая-то проблема с нахождением меня в стиме, то есть, как бы, я как бы есть, а там как бы и мне и нет. Сыушка. Может быть, просто чейт. Может, я действительно кого-то не убил, а здесь рун нет? Железные руны как. Железный рунный камень. Почему все так не любят хамачи? У меня всегда он хорошо работал. Но потому что я когда пытался хамачи использовать, это было не очень такой хороший опыт, к сожалению. Этот маленький диск сделан из плохо расправленного железа и имеет много дефектов. С каждой стороны грубая поверхность камня украшена одиночными и рельефно вырезанными знаками. Вроде что, лут лежит? Не, не лежит. Я ж подсвечу. Нет, ничего под стим не заточено. Вот герои, кстати, новые вышли, вожди издания. Вот они под стим заточены. И это вроде как очень... Есть просто чейт, Михаил, у тебя 3 игры на Аке? Нет, по-моему, 11. У меня явно побольше игр на Аке. Ну вот реально вот. А я не могу да показать. Или могу. О. Это куда? А, это выход. Вот я сейчас Steam зашел. Секунду. Вот. Чей 3. What can I do for you? We'll see about that. Тут жалко, у них нет такого. А в Синделе. Как сказать? А здесь больше внимания уделили именно боевке, чем диалоговости персонажей между друг другом, то есть у них между собой нет какой-то истории. То есть у них нет приязни друг к другу, неприязни друг к другу, то есть у них нет романов. Есть, конечно, моды, которые добавляют это, но там они как-то сделаны очень своеобразно. Реально очень своеобразно. То, что моды, которые добавляют отношения между игроками, почему-то включают в себя мат. Я не знаю почему, но герои между собой начинают постоянно ругаться. Сыушка. В компании интереснее. В компании это сложно, все-таки игра не заточена под компанейское прохождение. К сожалению. Ты примитивный рисунок напоминает рунный камень. Примитивный рисунок напоминает рунный камень. Чем мне с этим рунным камнем? Куда мне его засунуть?
сырушка. Ага, вот теперь лужки нет. Фига, тут 5 часов до Т2 привел, да. А, наконец-то вот. Сырушка. Я когда по хону в хон играл, ну, Heroes of Neverest. Ой-ой-ой. Там как раз Dota 2 в эти была. И все так начали на Доту фанатить, и думаю, ну, что интересно. Зашел, сыграл несколько матчей, и что-то как-то, не знаю. Настолько слоупочной игры я в жизни не видел. Ну, по крайней мере, из моба игр. А кого ты мучаешь, я не понимаю, там? Засовывай чего? Кого ты засовываешь? Я засовываю свиней вроде тебя, откуда мама родила? А, то есть, ага. Какое изысканное ругательство, а? Какие-то звуки злые, не нравится мне они. Ключик. Сывушка. Какой интеллигентный орк, да. Мне проще было сказать, пошел в твое имение курам на смех. Мы уничтожим людей! Можешь мне поверить? Я вижу планы, которые вы поставили, но я также видел планы, которые уже пришли к концу. Моя способность понять эти поражения уменьшается быстро. Я не могу и не могу позволить этому продолжаться. Отсюда я буду диктовать ваши движения. Читать как бы или и так нормально? Секунду. Sarenkov, we have not failed. We did much damage to Targos. The humans, they quiver. No, they do not quiver, you purebred imbecile. Imbecile! I kill for much less! Shut up, Guffma! The humans have fought back your pathetic attacks! They do not quiver, and they are now aware of our presence. The time for planning has passed. You are to lead this army to the 10 towns and destroy them. My attacks have weakened those towns, Sharenkov. And now their slaughter will be much easier. I think... Stop! Do not think. It is now time for you to act. It is enough that you know what will happen if you continue to fail. And it might not only be your head on the spike of our legion. Izair and Madei could even hold me responsible. Этот мужик в капюшоне, это глюк на самом деле. Просто тот, кто первый заметил, ну, стригерил этот диалог, если у диаложников нету модельки, то есть используется моделька, ну, картинка человека, который первым, ну, вернее, ну, стригерил этот диалог. То есть, ну, это то ли баг игры, то ли, не знаю, зачем так сделали. This army will crush Tartarus, and the other towns will fall and burn. After your abysmal failure with the sappers sent to Targos, and the wasted vanguard of troops that followed, and your forces' utter failure at the crossing of Shengan Ford, I find it extremely difficult to trust you. You will see, Sharenkov. This is my army, and I will lead it! This will serve as your last warning, Gathma. I grant such to so very, very few. But I have pressing business with other forces on my western front.
I have no further patience to discuss this. И портал. Я уничтожу Таргас, потом моя армия уничтожит тебя, Шеренкаль, и твой легион. И вот так невзначай подслушали мы диалог. Ёкарный бабай. Идите в задницу, господа. Сейчас место создаем. Нет, куда ты, господи, стой, придурок? Так, сила единого. Нужно больше мяса. Мочи их, мужики, мочи! Нормально, призванные кошки, это кошки, да? А это крысы. Призванные крысы повергли в страх врага. Гидыщ. Закрыли проход, чтобы они не проходили. Кинул паутину, чтобы они застряли. То есть их в рот поймало. И сейчас их АОЕ поливаю. Только здесь сволочи хилится. Нормально, да? Толпу орков держит крыса. Черт. Во-во-во-во-во. Значит, точно была женщина, раз крысы испугались. Можно вместо крысы паука нам побольше вызвать. К сожалению, здесь рандомно. Это дело. То есть призыв там, призыв рандомно идет. То есть идет рандомный призыв на определенный уровень. Тем более, по идее, орки не должны бояться крыс. Они их едят. То есть это такой своеобразный деликатес даже у них. Потому что в Андердорке ловить что-то съедобное довольно опасно. Обычно все съедобное пытается вас там схомячить. Угу, очень много. Паутину на мага. Гениально. Единственное, что, конечно, удручает вот здесь, это вот... То есть противников много, и лута с них выпадает тоже, соответственно, много. То есть с каждого противника там мешочек, камешек там или прочее-прочее. Но, блин, ну... Заманывает. Каждый раз так каждого протыкивать ради там... 50 золота, 60 золота. Ну, как-то не очень-то круто. Ювелирное кольцо, так... это сюда. То есть еще такое кольчуга. А у меня. А у меня доспех пластичный. Так, класс брони 5. Проверка брони минус 5. Бонус к броне. Бонус к ловкости плюс 2. Да ну нафиг. Так, жерелья внимания. Фигня. Стрелы сюда.
символ защиты. Символ защиты — могучая магическая надпись, начертанная с целью не позволить посторонним... помню. Довольно своеобразное заклинание. Да ёкарный бабай, что тут тыкать надо? Ну вот. Так, друид. Понимание животных. Вот здесь вот тоже понимание животных здесь вообще нафиг не надо. А в настолках понимание животных — это очень нужная штука. В Асвенделле нет здесь престиж классов, это третья редакция. Ну, такая полутретья редакция. То есть она и третья, и вторая одновременно. Тут маг может выучить заклинание свитков? Маг может. Но у меня не маг, у меня колдун. У него несколько по-другому заклинание учится. Я вообще вообще слов не понимаю. Если что-то именно не понимаете, спрашивайте, я все объясню по мере моего понимания. Существо получает плюс 4 к силе, плюс 4 к выносливости, скорость передвижения. Ко всем 100 броскам, однако время действия ярости, змеи, существо интерес по сбосам. Угу. Хороший баф, очень хороший. Колючие брызги. Слушайте, я таких заклинаний даже не знаю, это что такое? В указанном месте появляется мерцающая энергетическая завеса белой-синей расцветки. Стена неосязаемая, не требует привязки к материальному предмету. Сквозь нее можно без труда пройти. Злых существ... понятно. То есть против злых существ. После прочтения колючей брызги из рук заклинателя вырывается шквал колючек, шипов, игл и прочих острых предметов. Ух ты, 6d10. Нифига себе. Шесть до 10, вы издеваетесь, что ли? Заклинание 4-го круга, 6d10 в ОУЕ. Это что такое? Заклинание призывает мелкого насекомого и увеличит его до гигантских размеров, превращая их в могучих союзников. Здравствуйте, пелевенчик. Фрикшн тоже неплохо. Yes? Совсем звук, как тут урон считается. 6 раз кидаете. То есть первая цифра — это количество раз, которые вы можете кинуть кости, до 10 это до какого предела считается кости. То есть 6 раз кидаете до 10, кости до 10 раз. Куда пропадал? Я никуда не пропадал. Куда вы пропадали? Давненько вас не было. Это если я правильно помню, я постоянно путаю. То есть костью кидается 6 раз, и каждый раз сплюсуется то, что выпадает. От 1 до 10. То есть 6, да, из 10. Сыушка. 10-гранный кубик кидается 6 раз за счет урона. Ну вот, все-таки, значит, я правильно помню. А после этого там идет уже спас бросок и сопротивление противника. То есть после этого противник кидает как бы виртуальный кубик. Там у него выпадает шанс половинчатого урона, то есть по спас-броску, по проверка по защите, если это физическая или магическая атака. Там все это плюсуется, он вычитается, и в итоге получается урон, который проходит. В итоге может вообще ничего не пройти. Сыушка. То есть такая хитрожопая система.
то есть настолку вообще как бы играют. Настолку очень непросто играть, потому что там, во-первых, очень много математики нужно. Во-вторых, там нужно с калькуляторами обычно сидят и с блокнотами, чтобы все это высчитать. Здравствуйте, Инос. Это оригинальная Свиндел, это же второй. Нет же Свиндела второго, что тут видишь. Но немного изменен, чтобы как-то более смотреться. Хотел бы еще только спас бросок, но я его замучил всем этим. Бросок на сопротивление. По сути, да. Проще говоря, бросок на сопротивление, который делится там на определенный. То есть спас бросок по реакции есть, по резистам есть, по броне. Ну, то есть. По сути, это ответный бросок на атаку. Он отвечает за то, сколько вы получите урона, получите ли вы критический удар, или не получите вы, соответственно, вообще никакого урона. Это настолько, это самое всего, что я играл из RPG. Вот мне не довелось поиграть настолку. Ни разу, к сожалению. Вообще, сейчас есть, по-моему, Fantasy Ground называется. Это псевдо-настолка. Ну, как бы псевдо-настолка. То есть там вот эти расчеты уже ведет сам компьютер. Но, в принципе, настолки там есть. Там также сидят люди, которые общаются через скайп. Также есть гейммастер, который следит за всем этим делом. Ай-яй-яй. И который пишет вот все вот эти вот приключения. То есть та же настолка, только по сети и на компьютере. Видели силы холмового великана? Серьезно? До 18? Тут еще есть градация оружия. Оружие плюс 1, плюс 2, плюс 3, плюс 4. Легендарное оружие плюс 5. Есть какое-то эпохальное оружие плюс 6, которого, по-моему, в мире не существует, но как бы оно есть. Бонус сильно на 10 ходов. Бои здесь ведутся очень. То есть бои ведутся со скрытым таймером. Каждый проходит во время боя одно действие. И. То есть можно прочитать заклинание, можно выпить вод. Часть предоставлена софта или что-то боевки, составление листа персонажа, в том числе и под Android и iOS. Ну да. Ну то есть сейчас современная всякая фигня упростила жизнь любителям настолки. То есть бой ведутся со скрытым таймером, каждое таймера. Ну, то есть каждый ход это удаляй. Это удаляй. Каждый ход это примерно 6 секунд. Не примерно, просто 6 секунд. За эти 6 секунд вы можете начать читать заклинание, вам его могут прервать. Если вам его прорывали, извините, покурите 6 секунд до конца раунда своего. Вы можете выпить вод, вы можете сделать действие. То есть проходить там на определенный промежуток. Также здесь есть скрытая система получения урона, например, если... Которую ввели как раз в третьей редакции. Можно мне поспать? На улице посплю. Если, например, к магу или лучнику подошли вплотную, и маг или лучник при этом пытается прочитать заклинание или убежать, у воина срабатывает такая фигня, как Free... Я не помню, как она по-английски называется, называется она свободная атака. То есть человек сразу проводит моментальную еще одну атаку, независимо от того, уходил он уже в этом раунде или нет. Или перетаковать 10 раз монахом на двух... камах за 6 секунд. Да, есть определенные статы или оружие, которое может атаковать больше, чем один раз в раунд. Вот это, ну это уже это... Просто подробности.
Нахи такая вот тащая имба, третья редакция своеобразная. Монахов, по-моему... Господи, дай бог памяти. 2, 3, 4. Харизм, мудрость, ловкость. То есть у них получается 3 стата на спас-броски. Слушай, как офигеть можно. Растянем. Attack of opportunity. Да-да-да. Ну, что-то вроде... Хочу пробовать со свободной атакой. Сегодня прочитала. Что если мы иногда не можем заснуть, потому что как в РПГ враги где-то рядом? Ну, значит, вы не можете заснуть. Нужно отойти на определенное расстояние, чтобы врагов не было. То есть очень важно перед боем, если в вашей компании есть клирики или маги, или друиды, очень важно, чтобы вы поспали перед боем. То есть сон длится должен 8 часов обязательно, потому что за это время клирик молится своим богам во время отдыха, и боги наполняют его магической... Не боги, бог, бог, которому он молится, он наполняет его магической силой. Которая позволяет ему восстановить те заклинания, которые он потратил уже. А маг, именно маг, не колдун, а также бард, восстанавливает свои заклинания через книжку заклинаний. То есть они... У колдунов очень хитрая система, то есть заклинания, которые они изучают, то есть они их запоминают у каждого колдуна, фу, мага, барда и ежи с ними, есть книга заклинаний, которых они... записывают заклинания, которых они когда-то нашли свитки или их изучили. То есть это очень важно. Самое другое, что есть у мага, это книга заклинаний именно. То есть после того, как он из этой книги заклинаний запоминает заклинания, заготавливает за него реагент, но здесь это, соответственно, тоже не показано, он заготавливает реагенты, заклинания и все. Все это дело заготовил. И после того, как он использовал это заклинание, оно выветривается у него из головы. То есть он его уже не помнит. Поэтому, чтобы вспомнить его, ему нужно снова лизнуть палец, достать свою книгу большую, пролистать до определенного момента, где он там вот все это было, снова сказать, ага, вот это я помнил, что оно примерно как-то вот так, и снова записать. То есть на это ему требуется 8 часов. Колдуну не требуется, у колдуна там другая фишка. Когда ты относишься к играм с механикой не по ДНД, а своей. Насколько они проще и менее сбалансированы. Проще до безобразия. Ну, опять же, например, тут же Fallout. Fallout сделал не по системе ДНД, у них там... Они там придумали свою систему. То есть эти системы менее так вот сложны в освоении, но в них есть своя элегантность. Скажем так. То есть эти системы тоже не без какой-либо изюминки обычно бывают своей. Но вот у них нет вот такой вот разветвленности. Что мы уже бог поджидает вас со всех сторон. Например, есть немецкая редакция. Ну, немецкая версия редакции ДНД называется. The Dark Eye, тоже очень популярна в Европе и в основном, конечно, в Союзе. В основном, конечно, в Германии она популярна, она является более местами усложненной системой ДНД и местами она переработана. То есть, например, в... Как сказать? It hardly matters, as your kind won't be tolerated here. Вы Гудман, комендант этой крепости? You want to know? There's a last wish before you die. I will grant this wish, corpses. I am Guthman, and it is I who have laid waste to the crippled town of Targos. О каком разорении идет речь? Все ваши усилия ни к чему не привели. You cannot fool me. Your port is destroyed. Your wall is in shambles.
No doubt you come for some sort of revenge, which will go unrealized. Здравствуйте, искатели. Почему ты могу огненный метеорит им взял? Потому что малые метеориты Мельфа, если вы их имеете в виду, если мне память не изменяет, во-первых, это заклинание четвертого круга, не погодите, третьего. Да, третьего круга, но оно такое себе, как бы заклинание. То есть оно превращает, дает вам в 6 раз сметнуть метеорит, как из прощенного, толку-то от него. Фаербол намного, намного более предпочтителен. То есть малые метеориты Мельфа это по сравнению с фаерболом. Тем более у меня заклинать, то есть мой маг не маг, а колдун. Для него очень важно выбор заклинания. Здравствуйте, Пикатрон. Чего такой грустный? Отомстить? Мы всего лишь отряд наемников. Но видели бы вы гору трупов, которая осталась при входе. What? How did you get in here? I'm done talking with you. Now you die! То есть тебя вдруг заинтересовало, как мы проникли сюда, а? Не-не-не-не-не-не. Валим отсюда. Блин, здесь еще паутина висит. Черт. Гудман старш. Чего? Старший вождь орков. Ёкарный бабой. Старший вождь гоблинов. И орк-знахарь. Замечательно. А точно, у тебя же маг. Он для колдуна хорошо. У меня как раз колдун. Так, где она? Все главное, чтобы своих не задеть. You know I'm your best. You called. Ну, неплохо зашло. Все в порядке, это далеко от начала. Я из Ворта выбился только, как по мне, так в этой игре слишком много боевки. Так просто эта игра про боевку именно. Тут примерно просто так и задумано, что... что много боевки. Я Мелос. Не, должен хотя бы одну такую игру усилить. Возьмите Baldur's Gate. Там и боевки прилично, и... и диалоговая составляющая там весьма неплохо. И история, которая там рассказывается для... Ну, конечно, блин, для незнающего историю Фейруна не настолько крута, но тем не менее. Так эти метеориты очень хорошо пробивают, и в отличие от огнешара, не бьют своих. Диспела нет. Огнешар я уже привык кидать так, что как бы не задевать своих. Да, Baldur's Gate это баланс между боевкой и сюжетом. Первый, второй. Второй с половиной это уже трон Баала. Там именно все-таки больше про боевку. Сюжет там именно доведение до конца. Скорее. Сюжетная линия, чем просто сюжет. Здравствуйте, мадманчик. Неужели как ПК потянул такую мощную игру? Да, кстати, ПК действительно апгрейднул. Какой-то у меня тубус был. Запихай-ка я себе это в тубус. Baldur's показался очень скучно по сравнению с Planescape, но Planescape просто задрал, когда начало... Началась боевка, которая была чисто заклинаниями. Да, в Planescape игра только имеет смысл магом. Где у меня туба? Вот она.
Ну, это немало метеоры Мильфа. Израсходованный свиток телепортации. Фигня. Но сделай скидку на то, что тромбауды делали не создатели БГ. Да, серьезно. Ну, короче, давайте так. То есть, как сказать. Baldur's Gate — это баланс между боевкой и сюжетом. Planescape — это практически полностью сюжет. Icewind Dale — первое. Много боевки, чуть поменьше сюжета. Второй Icewind Dale — больше боевки, еще чуть поменьше сюжета. Но в Icewind Dale более сложная боевка. А в чем, если Baldur's Gate будете проходить? Есть два мегапака на Baldur's Gate, которые рекомендую все-таки для прохождения взять. То есть Baldur's Gate называется первый Baldur's Gate Trilogy, который как бы пытается следовать канонам полного Baldur's Gate. А есть Baldur's Gate Big World Project, который я проходил. Там мочкинство довольно побольше. Довольно побольше. И очень много дополнительных компаний. То есть, если будете брать, я бы советовал все-таки Big World Project. Довольно интересная сборка. Наверное, первые 40%, она же вообще не очень, только коп нормально заходит. Как у меня Borderlands или Dead Island. Лучше уж на НВД про повторную пройти. А я помню, как их проходил, полудракон нарезали. Да, там дофига всего было. Компания Векна — это вообще пить незнакомое слово — мочкинство. Как бы сказать, желание добыть как можно больше добычи. То есть вы, как сказать, сейчас я какой-нибудь пример придумаю. Но вот самый простой пример, вот, до безобразия самый простой. Вы взяли у сомнительного типа задание принести ему какую-то определенную, не шибко, ну, определенную магическую вещь за определенное количество золота. Вы добыли эту магическую вещь, она показалась вам неплоха, но, в принципе, сумма золотом вас тоже заинтересовала. Вы пошли к этому мужику сомнительному, дали ему булаву, он вам дал вам денег, а потом вы дали ему еще и в бубен и забрали у него булаву. Вот это мочкинство. Ну вот Маздек это как-то более правильно, да, написал. То есть мне это как-то более грубо, как вы написали, что это шмотолюбство. Итак, горы Салуны. Головка этого Моргенштерна изготовлена из загадочного металла, искривляющего и поглощающий свет вокруг себя. По ночам светится мягким лунным светом. Этот Моргенштерн сам направляет в бою руку владельца, подобно тому, как магнит притягивает железо. Происхождение этого оружия остается загадкой, но его действенность сомнению не подлежит. Это доказал не один бой. Миленько. Так, и у меня здесь черные колокольчики. 1d8 плюс 5. А здесь 1d8 плюс 1. Как бы не очень. Так, плут. Дальше. Незаметность, запугивание. Не запугивание, не надо. Так. Берем карманную кражу, это важно. Берем тихую походку. А, взлом замков, да, берем обязательно. Поиском у нас другой занимается. Используем магических устройств, берем. Потому что это круто. Обезвреживание устройств берем, это надо.
Ну, возьму тихую походку. Так. Концентрация, дипломатия. Еще как бы алхимик учить тоже надо. Ага, вот оно. А, блин, заклинание первого круга только. Молоток Ларока. Нафиг надо. Горящие руки тоже нафиг надо. Не особо прикольные цены на некоторые предметы в городе. И здесь поставлен мод. Это тоже своеобразная сборка. Отчасти моя, отчасти не моя. На нормализацию цен. Пожалуйста, назовите какую-нибудь любую фрогу, которая помогает играть на столке через интернет. Фэнтези Граунд называется. Ледяной кинжал, а тот спас бросок. Здесь проверку по броску пройти надо, чтобы его метнуть. Слизь. Заклинание покрывает землю жирным слоем скользкой слизи. Любое существо, которое вступило на эту местность или было достигнуто на ней врасплох, должно каждый раунд совершать спас бросок по реакции или снижение, или снижать скорость перемещения до шага. Ну да, это только определение предмета убрать. Да, второй круг тоже. О, кислотная стрела Мельфа. А ХС, кстати, бросил стрелить? Ну, пока... Ну, я не вижу смысла стремить ХС. То есть это не так круто. Огнемет Аганазара. Возьми копию, у меня есть копия. Но то не взято. Это что такое? Локализация. Локализация интересно спал, но нет. Снегопад, снелок, этот шквал снежков вырывается из выбранного заклинателя точки. Снежки поражают всех в области действия заклинания. Ну, скорее всего, перевод неверно, а комья снега скорее какие-то. Угу. Огненное существо получает двойной урон. Но это против демонов и всяких огненных. Бредет классный красным глазиком, выглядит классно. Так это зачарование это. А, блайнд. Не, блайнд это фигня, у меня слишком много ее, он будет сбиваться. Величерла, ну это всякие бафы. Бафы у престов. Сила быка, ловкость кошки. Удача. Вот удача, кстати, неплохая тоже. Вот. На спас броски влияет. Обнаружение невидимок. Стук. Нет, стук мне не нужен, у нас есть невидимость. Нет, возьму стрелу Мельфа, она как-то... Слово силы сон. Тоже интересно. Это коматозная дремота, но существо, которое должно сопротивляться при помощи спас-броска воли. Одно существо, это не общее, да? Призыв монстров, но это тоже оставлять только для этих. Орла можно взять лучше харизма, лучше прохождение заклинаний. Как вариант. Давайте орла возьмем. Третий круг. Это что такое? С помощью этого заклинания колдун непрерывно перемещается между материальными и эфирными мирами. Ага. Вероятность того, что враг нанесет точный удар по нему составляет 50%. Не работает, бонус не учитывается. Что же вот тогда? Тогда стрелу Мельфа возьмем. То есть стрела Мельфа это классика. Стрела Мельфа это классика. Зловонное облако слишком сильное. Оно моих побьет. Молния. Хоста, вот давайте хосту возьмем. Хоста это вообще must-have spell. Сырушка.
Sure, certainly. Категоры сложностью. По-моему, средняя стоит. Тут игра сама по себе очень непростая. Тут есть, по-моему, вот как подрастем, переключимся на максимальную, так называемую ярость бури или что-то вроде этого. Потому что если я сейчас повышу уровень сложности, меня тут чуть ли не первый самый гоблин будет планшотать. Уже пробовал. Ой-ой-ой. I'm here. I'm always ready. A pretty task indeed. Это что такое? Особо выстрел. Не видит ловушек. Дротики. Иди-ка сюда, мой маленький волосатый друг. О-о-о. Come to me. Что? Иди сюда давай. Что, блин? I'm ready. Когда завязка сюжета, группа наемников отправляется на... Группа наемников из вулкана отправилась к 10 городам на помощь, ну и за деньгами. Растик Донос. Да, Тян в Арморе прошел. То есть, по сути, группа наемников из Лускана отправилась по кличу... То есть 10 городов подверглись нападению, не кинули клич, всем способным держать оружие, пользоваться магией, что, мол, они примут их на службу за деньги. Собралась группа приключенцев, вот это вот, сказали, а чего бы нет, нам деньги нужны, и отправились в 10 граде за артами и за деньгами, славой. В общем, все как обычно. На данный момент мы уничтожаем крепость орков, с которой идет нападение на... Таргас. Один из 10 городов. У ДД есть вообще сюжет или лор, или же это просто механика? В ДНД тут десятки миров, вы не поверите. В мире Тарил происходит, в мире Фейрун происходит, вообще-то. Если уж на то пошло. Все основные действия вообще вот какие происходят вот здесь вот в компьютерных играх, то есть тот же Neverwinter, Baldur's Gate, Icewind Dale, все происходят в мире Фейрун. А континент Фейрун мир Тарил. Согласен. То есть на континенте Фейрун происходит. Там еще, по-моему, 4 континента, но именно самый обжитый континент Фейрун. Здравствуйте, Синар. Лучник, да, неплохо нарезает. Сальваторе не создатель мира Фейрун. Сальваторе не создатель мира Фейрун. Да, это Гринвуд, с этим никто не спорит. Сальваторе просто, в принципе, неплохо... написал несколько неплохих романов во вселенной... Forgotten Realms, и да, его... Аркан Каласты признали его произведения каноничными, а его герой Дир Дурден стал одним из легендарных героев Фейруна. Да, чего он, Сенар? Сальваторе, первые книги его очень неплохие были. Под конец, да, он скатился уже. Извините меня. То есть первые книги были такие более злобные, там...
более злые. А под конец, да, ты, ну, правда, там под конец он как-то сопли слюни начал разводить. Слишком много соплей из людей. То есть, ну, первые книги его были неплохие, то есть, например, та же самая книга «Долина ледяного ветра» очень неплоха. Кроме по Мензе Беранзану серия тоже была очень неплоха, то есть быт темных эльфов был весьма неплохо расписан. Было очень интересно. Потом Орочи нападение на Мефрилхаал тоже было очень неплохо. Ну и такой придуманный образ, как Джерлакс и Артемис Энтрери, очень неплохие. Но под конец, да, последней книги, когда Дзирт в Невервинтер добрался, там это уже просто какая-то галиматья. Даже не Дзирт, а Дрист, как правильно пишут. Дрист Дорден. Этот истощенный узник, похоже, умер от голода. Судя по запаху, смерть наступила несколько дней назад. О, приветствую. Судя по всему, вы не из числа ордынских палачей, и не собираетесь меня убивать. Вы следопыт Брастон? Да, меня зовут Брастон. Таких, как я, в народе принято величать защитниками диких земель. Ну, следопытами. Даже не следопытами, как их называют-то. Я больше 150 книг по Фаеруну прочел, там есть чем сравнить. Но я, к сожалению, мало по Фаеруну прочел. Довольно мало, мне сравнить не с чем. Сейчас я не Фаеру, ну не это читаю, хотя было бы неплохо почитать по этого, про этого, как его, господи, избранника Микельки, как его, который колдун, который в долине тени живет, как его, который еще орфист. И почему я все время забываю, как его зовут? Один из величайших магов Фаеруна. Ми. Я забываю. Я проник сюда по поручению Десятиградия. К сожалению, вскоре после этого меня схватили эти жестокие дикари во главе с Гутмой. Надеюсь, это хоть моя спутница не пострадала. Что хоть. Ваша спутница, вы имеете в виду Энелию? Энелия? Она в безопасности? Что за чудные вести? Я так на это надеялся. Ну и боялся тоже. Послушайте, мне надо срочно уходить отсюда. Нам приказали остановить нападение Орды на Таргас. Вы можете нам помочь? Вам придется убить их предводителя Гутму. Исходя из виденного и услышанного, я скажу так. Именно он железной рукой управляет Ордой. Тогда вы будете весьма рады узнать, что Гутма мертв. Скажите, вы можете что-нибудь еще сообщить? Гутма мертв? Уму непостижимо. Во имя всех богов, что я могу для вас сделать? Илминстер, точно, спасибо. Здравствуйте, Викториус. А, почитай Аркан, серию архивизардов города. Серену был с Лазгадс про пиратов. Если это потом запишу куда-нибудь, обязательно. Только все на английском. Ну и не беда. Худо-бедно прочитаем. Я более сомневаюсь, что прям все на английском, есть же фанатские переводы. Их не может не быть. Вы слышали что-нибудь о некой Шеринкаль? Шеринкаль? Да крутилась прежде одна такая. Считаете, что на самом деле в Орде верховодит Шеринкаль? Ну даже если так, вряд ли сейчас это имеет значение. Смерть Гутмана должна быть достаточно, чтобы Орда распалась на отдельные племена.
у Сальватора он постоянно встречается. Но я не помню, чтобы как бы у Сальватора-то он встречался. Хотя последние книги как-то так... Не шибко читал. Эдминстер встречается, по-моему, у другого писателя. Он как раз его и создал. Я вот не помню, кто. То есть он... Там книга называется «Долина теней» или что-то вроде этого. Мы собираемся вызволить вас отсюда. Пошли. После смерти Готна и удара, что получила потрясенная Орда, я могу вернуться в Десятиграде. Примите же мою благодарность. Приятно видеть вас счастливым, но нам и правда пора идти. Конечно, при побеге я буду стараться изо всех сил, но... Поймите, без снаряжения, словно без одежды зимой. Если сможете меня прикрыть, я буду очень признателен. Но если вы готовы, то и я готов. Так, давайте мало задержимся. Элминстер его создал Гринвуд. Он, по сути, описал самого себя. Ага. Чем миленько. Ага, огры. На самом деле, по ДНД дофигища лора, просто дофигища, там, по-моему, сейчас как это вообще лютая фигня происходит. То есть я в последнее время не слежу за лором ДНД, там не так давно прошла, по-моему, вторая магическая чума, соединились миры, распалось сплетение Мистры, ой, бог дай памяти, маги потеряли силы, появились дикие маги. Половина богов померла, Мистра тоже померла. Появились отдельные народы эльфов. Появилась вражда между эльфами и людьми. Потому что эльфы, которые пришли с других континентов и миров, считают людей низшей расой. Что там вообще крындец. Вот листиков по ДНД. Неверинтер разрушили, опять отстроили, да. Что там из нового сейчас происходит, даже не знаю. То есть, как это такой лютый криндец. То есть, одна чума, по-моему, первая чума, по-моему, сама по себе была вызвана, а вторую чуму, по-моему, магическую вызвал уже этот. Если мне память не изменяет, как его вызывали? Бал, Байзер, Бейн, вот. То, что вы говорите, магическая чума, по сути, ДНД 4.0. Ну, я же говорю, что это из нового. Аквизуальный сеттинг, да. То, что сеттинг стал попроще после 3.5, это да. Ну, просто интересно же следить за миром. Тоже не такое новое. Ну, вот это последнее, что я читал. Растерян Маркевич. Качнул Гог и немного переделал. Вот всякие моды стоят. Сэюшка. Я знаю, там, по-моему, пятая редакция вышла ДНД. Не так давно. Вот, что там происходит, я вообще не знаю. Что там новенького есть. Не-не-не, идите в задницу. Слушай, мне водишь рыбки? Здравствуйте, Берен. Видите, это уничтожение зла. Какого черта оно меня бьет? Или это уничтожение добра? Нет, рывки я не вожу.
То есть, в принципе, сценарий написать я, наверное, смогу какой-нибудь, но ролевки я не вожу. Да, господи, избей ты ему, блин. Во, все иллюзии сбил. ДНД 5.0, это стартоцвет. Алис. Джун, джун. Июнь, июль. Да не бить его, блин. Ну не знаю, может как-то Wizard Coast одумается. Сделает ДНД как-то более нормальной системой. Ну не более нормальной, а такой, какой она раньше была. Да че ты его там... О, господи. Реальные дурочки. Не бить. Да и третий косяк, вы что, совсем офигели? Безумнейшие люди. По-любому не будете бы коммерцию. Задница. Куча шмоток, блин, куда их девать? Неопознанное зелье. Не, стрелы оставим, стрелы так мало. Эликсир здоровья. Ну. А, не туда сую. Так это огненное зелье. Зелье героизма. Ах, жалко, воскрешения до пятого круга не будет. Он же тупой, опознать не может. Не в этом дело, чтобы опознать зелье, именно зелье, нужно навык алхимии прокачивать. А у вора там штраф по навыку алхимия. Навык алхимия только вот колдуны да маги. По-моему, еще друиды могут. Ну, так, на скидку, я так не помню. То есть алхимию в любом случае прокачивать надо. Поздно об этом спохватился. А то в Planescape как было круто. Игра только начинается, у вас сразу есть вес. И не нужно мучиться, блин, ждать пятого уровня. Сьюшка. Опа! Фу, ну благо разбойника не задело. У разбойников есть очень неплохой, по-моему, то ли талант. Короче, у разбойников есть пас-бросок по реакции, который уменьшает входящий урон от заклинания у ешных в два раза. То есть они очень легко проходят эту проверку по ловкости, по-моему, да?
реакция. И либо вообще не получает урона, либо очень маленький урон получает. Ну там, в зависимости от резистов. То есть даже есть такая тактика, как разбойник подходит, то есть в стелсе подкрадывается в центр группы противников, вылезает из стелса, агрит их на себя. А сбоку стоит, например, колдун или маг, который поливает всю эту толпу всякими дебафами и АОЕ, а при этом разбойник сам очень мало получает. Сёшка. Самое вот, что мне не нравится в играх, ну, то, что в играх не могут реализовать то, что маги, когда они произносят заклинания, они очень зависимы от реагентов. То есть любому магу нужны там алмазы, рубины, всякие слеза дракона, там, коготь виверны, то есть вот это вот все надо, чтобы читать заклинания. То есть это вот нигде, ни в одной игре это не реализовано было. То есть, чтобы произносить заклинания, нужно не кисло так в них по деньгам вкладываться. Так, Гудман мертв, мы уйдем вас отсюда, пойдемте. Пошли. Тогда никто бы не играл за магов. Не, ну понятно, но было бы прикольно. Такое прямо было бы полное погружение в роль мага. Иди сюда быстрее. А, ты уже здесь. Да блин, лезь ты в дырку. Ой, господи, толстожопые-то вы мои. Давай. Толстожопики. I trust you. А, вошел в институт магии и на экзамене сам себя убил. Начинаем игру по новой. Ну там, во-первых, не институт магии, там башни магии были. И прежде чем что-то колдануть, то есть кантрип это не требует ни реагентов, ничего, кроме, ну, кроме энергии магической. Тем более магические поля тренировок очень сильно окружены. Ну, я имею в виду в башнях магов. Там всяких заклинаний, которые блокируют вредоносные эффекты, типа горения, обморожения, молнии, которые бьют не туда, а все это есть обычно. Боюсь магам плевать учеников. Все зависит от того, какая школа магии. Ну не школа, а башня магии. Если, например, брать Лускальскую башню магии, туда там плевать на учеников. Кроме самых подающих. Энели, Браста. Энели, любимая. Не могу поверить, я выбрался оттуда живым. Не знаю, как вас отблагодарить. Мы наемники, дай нам денег. Не стоит благодарности. Вы вернулись. И судя по творящимся здесь беспорядкам, могу сказать, что вы добились успеха. Я уже видел, как многие существа Орды покидают эту местность. Разумеется, без лидера Орда в ближайшем будущем не сможет продолжать атаки. Огромное вам спасибо за Брастона. Вы его спасли. Выходили, сберегли мою любовь и обезглавили Орду. Вот уж воистину великие герои. Не представляю, как же и воздать вам за такие свершения. Нет в мире достойной награды, но примите хотя бы вот это. Будьте благословенны, да хранит вас в странствиях боги. До свидания, Нелли. Всего вам хорошего, Брастон. Что нам дали, что нам дали? Клёпанка и арбалетик. Тяж арбалет +2, это сюда. Лазутчик.
Надевший доспех получает эффект заклинания мага третьего уровня необнаружения. Круто. Один из самых полезных навыков для разведчика – это способность оставаться незамеченным. Долгие годы разведчики оттачивают умение прятаться и бесшумно ходить, чтобы в нужный момент получить величайшее сокровище – информацию. Хотя умелый разведчик вполне способен незаметно подобраться к лагерю, обычных солдат или разбойников дело значительно осложняется, если лагерь охраняется магией обнаружения. Именно для таких случаев и был создан доспех под названием «Лазутчик». Много поколений назад умелый ремесленник из древесных эльфов разработал технологию, позволяющую накладывать мощную магию против обнаружения на кожаные доспехи. В таких доспехах древесные эльфы могли проникать даже в самые охраняемые лагеря без опасения, что их обнаружат магией. К несчастью, один из разведчиков был слишком обеспечен и позволил себя поймать, когда наблюдал за отрядом дроу. После нескольких дней пыток дроу узнали, как разведчикам удавалось подбираться к их лагерям, а также выведали местонахождение деревни, где делались чудесные доспехи. Нет нужды говорить, что всех мужчин, женщин и детей в той деревне безжалостно уничтожили, кроме одного эльфа, которому удалось уцелеть, а вместе с ними доспеху, поскольку в тот день в деревне его не было. Ну да, здоров, шутки плохи. Дукин Таргас. Sounds good to me. Слава героям, Сьюшка. Сейчас, погодите, надо рыснуть сначала, а то... то он с Рейнджер Экспы не получит. Okay. Так... кто лечить ты меня будет? Мне необходимо лечение, вот. Не кислые такие цены здесь вдруг стали. А чё, не это как бы, у меня денег нету, что ли? Офигеть. Цены просто офигеть. Да где тут эта фигня у меня? Кожаный доспех. Кожаный доспех слабо защита от магии. Фигня. Клёпанка плюс один. А здесь... так, броня 3, бонус ловкости 6. Шанс провала заклинания 15. Сойдет. Так, арбалет переодели. Лук. Это лук составной. Жалко, здесь нигде бесконечный колчан не продается. Так намного упрощает жизнь, вот вообще. Лучника в команде иметь без составного без бесконечного колчана, это вообще, это удалей. Просто удалей. Sounds good to me.
Certainly. Сывушка. Sure. You have done far more than I could have hoped. You have already reversed our fortunes not once, but twice now. You have my gratitude. I think our position here is secure for at least a 10-day, and I need you to go on a task of some urgency. Конечно, что от нас требуется? Ну, чего бы нет. I need you to rendezvous with the Neverwinter forces. They still have not arrived, and they may need assistance. Tell them of our situation here, and all we have discovered about the actions of the Horde in this region. Мне, кстати, интересно, почему именно такое внимание уделили именно Neverwinter'у? Столько внимания ему уделили. То есть Neverwinter даже не является самым крупным городом Фаеруна. Он всего лишь в тройке. По-моему, даже третий. Или второй. Я, по-моему, третий. Третий по крупности город. Да. То есть в Лускании проходит не меньше всякой фигни там. То же самое разрушение гильдии магов. Управление Лускана личом. Но в Риме вообще нифига интересного не происходит. Почему столько ему внимания уделили? Once you meet up with the Neverwinter forces, join with them and see what can be done to put an end to this threat to the Ten Towns. We cannot leave any loose ends. Whatever creature or creatures are behind this, they must be stopped. I will see to it that you are well compensated for your efforts. Угу. И как мы их найдем? Oswald believes he can find them in his airship. It is moored just north of here, and I have told him to expect you. Farewell. And may good fortunes guide your efforts. Ну, если вот этот опять не расщебет свою тарантайку, то с ним все будет в порядке. Okay. Да уж. Waterdeep. Undermotion. Глубоководье. Где у нас глубоко? Что-то я так прямо сходу географию-то и не припомню. Глубоководье, по-моему, является какой-то торговой точкой. Очень неплохой. Вот где, я не помню, то ли на севере, то ли на юге. Я слышал о вашей битве в крепости. Ваш приход в Таргетс поистине стал для нас спасением. Подумай только, вы отодвинули линию фронта от стен Таргетса до стен самой Орды, а потом еще и убили военачальника в его собственной крепости. Вы уже вошли в историю, а вас теперь не скоро забудут. Спасибо, Шорфот. Где мои деньги, чувак? Мы наемники, платите нам. Какого черта? Ёкарный бабай. Да лезьте вы в эту дверь, ты... Ай, толстожопики. Ага, дверь-то не та. Магазин, значит, внизу. Вечная слава, жни денег. А снаряжение на что буду покупать? Я, конечно, не против вечной славы, но... Но все-таки как бы важнее деньги. Мы за ними сюда и приехали. Поздравляю, слышал, убили предводителя гоблинов. Его собственной крепости.
Должна была быть зрелищная битва. Что-то я уже заговариваюсь. Здравствуйте, Кукува. Есть тактическая пауза в этой игре? Да, есть. Нужно сжать пробел и распределить войска так, как вы желаете. Вот подождите, Я уже представляю себе грядущую битву, в которой сам своими зубами рву на части белых драконов, если Ульбреку такое в голову взбредет. Меня бы это не удивило. Интересно, а своей жене он не дает таких поручений? Сомневаюсь, покажи-ка мне лучше, что там у тебя есть. Шучек. Интересно, тут есть драконы или нет? Так, бездонная сумка, я тебе не продам бездонную сумку. В бездонной сумке может быть что-то будет, сейчас глянем. Бездонную сумку, кстати, оказуалили, например, в Neverwinter. Ну, не оказуалили, а сделали более такой неприятный в Neverwinter в том же самом. То есть бездонная сумка-то, например, не... Как сказать? Не содержит в себе полное измерение, в которое вы складываете вещь, и оно там просто лежит. А оно почему-то, черт подери, просто уменьшает вес предмета. То есть, ну, явно не по канону сделано. Возвращающийся дротик. Сумка для зелий, так это нафиг не надо. Посох Фэна подковы нет. Легкий арбалет, кожаный доспех. Щучок для самоцветов. Итоги у меня есть пара тысяч. Пара тысяч. Купить бы себе валенки какие-нибудь, да. Сердце героя Клавдия. Бродячее небо. Боевое двуручный меч. Нет, спасибо. Щиты — это все фигня. Yes, sounds good to me. Certainly. Сейчас глянем в таверне здесь, может, что купим. Sounds good to me. Цены здесь, конечно, ай-яй-яй. Просто ай-яй-яй цены. Короткий меч, тяжелый алебарда. Полуторный меч. Полуторный меч плюс 3 дорого, блин. Растерян. Да, нашел способ застримить эту игру. Накидка защиты плюс 2. Накидка смещения. Вот это крутая штука. Очень крутая. Если бы у меня фокусили бы магов более интенсивно, я бы ее купил. Ремень Игл. Против
такое еще? Сапоги скорости. Вот штука. Кольцо сопротивления огню, кольцо свободы движения. Фигня. А мы-то кровь из золотой доспех. Где вам такие деньги найду? Едицкая сила. 65 тысяч. Топор неуступчивого. Уже проще тебя убить, вот банально проще убить и облутать. Прощай, Эдли, вот. Хозяином этого прекрасного оружия был воин-вор, полурослик Эдли Брамбл. Для кого-то Эдли был злодеем, но для многих других героем. Несмотря на то, что большинство полуросликов публично называли Эдли негодяем и плохим примером для подражения, многие втайне уважали его и восхищались им. А его шелостях и приключениях среди людей и эльфов Уорреном Блэкбердом написано несколько баллад. Мило. Возьму ее. Элементальный меч. Амулет защиты плюс 3. Короче, куплюсь, я прощу и все, и буду радоваться. Всю жизнь. Сыушка. Ну, пойдемте поговорим с этим. Инженером, блин. Надо же придумать, присобачить кораблю. Просто шарик. Ah, welcome back. Something I can help you with? A potion to put some color in your cheeks, perhaps? А, да, кстати, ты зельями торгуешь. Устраняет отравление, да? Ну, я куплю пару штук. Зелье лечения тоже пару штук куплю. Зелье малого барьера стихий. Не всякие зелье бафов нафиг надо. I'm ready. You just certainly. Так, лорд Ульбрик попросил отвезти нас к западному перевалу. Освальд Фодит уже выставляет себе придурком. Мы и есть та самая группа. Are you sure? Well, you know, you must be. I'm quite sure Lord Ulbrich wouldn't make a mistake like that. Are you ready to leave now? I can cast off immediately if you like. Да, полетели. You know, and I'm saying this simply because, well, it could happen, but we might not be able to come back to Targos for some time. А насколько в ближайшем будущем мы не вернемся в Таргос? Yes, as in, not at all. So I wouldn't leave anything behind. Bring everything you need, especially warm cloaks. Very cold in the Western Pass, as I understand it. Мы что, можем вообще не вернуться? Well, you know, accidents happen, and the wind's awfully strong. In any event, I just wanted to make sure you were ready and had everything in case we never come back to Targos, that is. Да полетели, господи. Когда равнина сменилась холмами, ветер превратился в ураган. Бури были дяде не впервой, но это была подобна стреле, выпущенной разъяренным божеством. Он сбросил высоту до предела, лишь это и спасло корабль от шквального ветра. И тут его глазам предстал ледник западного ущелья. Какие-то дикари делали магические пассы на гребне ледовой стены. Дядя услышал, как рвется воздушный шар, и сердце его упало.
Позднее он рассказал мне, что испугало его больше всего в тот момент. Тишина. Едва корабль начал падать, колдуны на стене застыли, и ураган затих. Не было слышно ни звука, лишь твердь Фаеруна неумолимо неслась навстречу. Круто. In all the years that Uncle Oswald flew his airship, I can't honestly say he had more successful landings than crashes. But even he could not ignore the difficulties that lay ahead of him in the western pass of the spine of the world. Adventurers aboard, the flight from Targos was accompanied by a flurry of sound and motion from the winter thrushes that had once again perched on the roofs of the aching town. All along the tundra, pilot and passengers watched the corpse cloth flutter in the winter wind. It was a whispering herald of things to come. As the plains turned into hills, the wind turned into a gale. Uncle had seen storms appear quickly, but the one that swept down from the spine of the world was like a bolt from an angry god. He managed to evade what he believed was the worst of the storms as he flew low over the foothills and told the adventurers to take cover. When Uncle's eyes peered out from the melting snow rushing across the deck, he beheld a wall of ice in the canyon of stone that was the Western Pass. Wild women whipped their hands in magical patterns on top of the frozen barrier. Тут примерно то же самое, только более подробно расписано. Covering rime armored flesh. My uncle gasped when he heard the balloon pop and tear above him. He wouldn't talk about it for years after. But he eventually told me what frightened him most before the ship crashed into the foothills. It was the silence, he said. When the ship fell, the wild women relaxed and froze on the wall. The storm abated in a heartbeat. There was no sound, no motion, but the face of Фейрун rising to meet him. Ну, вот реально, то же самое, один в один, но... Ну, как бы смысл один в один, но более подробно. Опаньки! Подъем. Добыча. Сама себе не соберет. Сколько времени? О, времени-то уже много. Ой-ой-ой-ой, тараканы. А, мы еще не отдохнули. Вставай, бездельник. О, заклинание тут. Ом, Освальд. Освальд, проснись. Вы не будете против, если мы возьмем корабль на прогулку вокруг горы, ведь нет? Освальд, возьми себя в руки. Не нужно вставать, мы просто позаимствуем парочку зелий. Освальд, либо вы встанете на ноги, либо мы заберем корабль и сбросим вас с мэр Дуалдона. Освальд! Ну, проснулся, господи. О, pardon me. I must have fallen asleep again. Phew, good thing we weren't flying at the time. О, вы не уснули у руля, а впали в транс после того, как мы разбились. У меня чуть голос не пропал из-за попыток до вас докричаться. Thank you. It was simply beautiful. The trance, I mean, not the crash. I was a baby kraken swimming through river clouds of soft molten gemstone. Those episodes are rare, but have happened before. Well, usually right after a crash. Mm-hmm.
С помощью успокаивающих звуков вашего голоса вы заставили Освальду очнуться от транса, в котором он пребывал после крушения в предгорьях. Да, кстати, Освальд, ваш корабль сильно поврежден. Yes, worse than ever before. And that maelstrom of ice, my goodness, we never had a chance. Вы же можете починить корабль при помощи заклинаний? Of course I can. I'll need to find more components, though, and guard my ship, or what's left of it. Say, I could guard the ship while you retrieve my spell's components. I wrote them all down in that book over there. Interested? Да, я достану эту книгу и вернусь, когда найду все нужные компоненты. А пока, покеда. Сейушка. Yes? И усё. Дамы и господа. Мое детское время вышло, пора, пора спатеньки. Продолжим завтра ровно с этого места. Вот. И не лагало даже. Итак, дамы и господа, как я уже сказал ранее, на сегодня... К сожалению, усё. И помните, ежели вам понравилась трансляция, не забывайте ставить плюс. Ежели вам очень понравилась трансляция, подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, оставляйте комментарии, что вам понравилось, что вам не понравилось. И как ваше мнение, мой стрим, кстати, лучше. Вот как-то так. И я также вам напоминаю, что на Good Game приходит голосование за выбор следующей игры. Ну, как раз ровно после этого. Такие долины скучновато смотрятся. Спасибо за стрим. Ну, сегодня не в форме был. Попробую завтра как-то повеселее. Чтобы повеселее было. Что-нибудь удумать. Может, вебку включу. Чего бы нет. Но так говорят, что как-то погружение в мир не то будет. Да, ну поздно уже, спотеньки пора. Точно проходит, а то чуть не видно. Ну да, как бы проходит. Пока Невервинтер побеждает. Причем так очень, очень серьезно побеждает. Спасибо за стрим, куча непонятных слов. Если что, обращайтесь, я вам расскажу еще много непонятных слов. Очень много непонятных слов. Ну, давайте это поставим. Итак, дамы и господа, всем спасибо за просмотр и доброй ночи.